База, база, я озеро, прием. Слушаю. Нам дрова-то нужны? Для костра, да. Ну понял, тут я маленько нашел, принесу, если что. Хорошо. Золотой? Золотой, да, самый настоящий. Вот, друзья, смотрите. Еще один такой же крупный карасик. Вот, немного сходили, порыбачили, начинаем готовить уху. Уха у нас простенькая, ну, обычный супчик. Картошка, морковка, лучок, немного манки и рыба. То есть вот я чищу картошку, друг он чистит морковочку, лучок нарезает. Нам на троих хватит 4 картошины, мелко рубить ее не будем, то есть будут там хорошенькие кусочки. Морковка для ухи также готовится не мелкими кусками, ну, а примерно так вот на четвертинке рубится. Ну, а лучок режем мельче. Чтобы он в ухе, можно сказать, чувствовался, но не ощущался. Вот такими вот кусочками порубили картошку. Ждем, когда закипит вода. Итак, вода закипела. В первую очередь закидываем туда картошечку. Ну и для тех, кто не любит лук, специально вот мы также его порубили на мелкие-мелкие части. Можно сразу же его закинуть, чтобы он разварился, и от него ничего практически не осталось в ухе. Зато вкус будет отменный. Теперь ждем закипания и продолжим дальше. То есть, когда водичка закипела, сразу же добавили морковочки и немного подсолили. Рыбу мы еще поймали с удочка ночью, карасиков с утра, поэтому их немного просолили, чтобы они не испортились. Вытащили жабры. И вот прошло где-то около 20 минут после того, как у нас кипит все, морковочка, картошечка, лучок, добавляем рыбешку туда. Ну вот, закинули рыбу. Сейчас это все еще покипит, когда рыба будет практически готова. Еще будем добавлять 1 столовую ложку манки. Вот, прошло еще 10 минут, теперь можно смело добавлять манку. Манки добавляется чуть-чуть, чтобы была немного крошка именно в самой ухе. Это делать обязательно. Уже смотрите, какая красота получается. Ну вот и все, друзья. Извлекли рыбку из ухи, пока она не разварилась. Здесь еще пару минут кипит, и можно смело и вкусно кушать. Как обычно делают там охотники и рыболовы, можно еще сюда опустить головешку, чтобы был запах дымка. Мы этого не делаем, как бы считаем это лишним. Друзья, я готовая ушица. Поверьте, это, наверное, один из лучших рецептов и самых простых. И под домашний самогончик это все так шикарно выглядит. Картина масла. Так что, если кому-то этот рецепт был неизвестен, берите на заметку. Всем спасибо за просмотр и всем пока.